У Слов'янську другий тур виборів відбудеться 22 листопада. За крісло голови ОТГ змагатимуться кандидати від опозиційної платформи «За життя» та опозиційного блоку. Мої колеги поцікавилися, кому з претендентів віддадуть свій голос містяни – Павлу Продворову чи Вадиму Ляху. За Ляха. Ну, тому що так хочу. Тому що він був мером, і я смотрю, все так більш-менш поділено в місті. Я не хочу говорити, я определилась. Порядочність. Знание своей работы, уметь работать и уважение к людям. За хозяйственника, за хозяина города настоящего, чтобы болел за свой город, за своих людей. Ну, содового это. Придворок? Да. Я думаю голосовать за Ляха. Я обосную почему. По той простой причине, что я так уже устала от перемен. Мы каждые 5 лет выбираем нового, у нас все хуже, хуже и хуже в стране и в городе более-менее. Они разные люди, и очень сложно выбрать между ними. Там, то, что они говорят, говорят они практически одно и то же. Поэтому мне очень сложно выбрать. По идее, Лях. Не знаю, в других, я не знаю, кто будет другой. Я не знаю. Лях был, вроде много сделал. Не знаю. Пока не определился. Буду определяться. Еще время есть. И нужно, как говорится, 7 раз подумать и 1 раз принять решение. Мне более близкие как Придворов, как этот существующий наш. Поэтому я определился давно. Ну, в частности, Придворов. Попробовать. Ля, как это почему? Так я почувствовала, що щось робиться в Слов'янську. А так я не чувствовала нічого. 50 років живу, нічого не робилось. До сих пор мучила сумління, поки не знаю. Тобто, наш мер, сказати, щоб проявив себе на всі 100%, які ждали, ні. А при Дворові теж нічого не знаю. Сьогоднішнім числом я написав на ім'я Ляха звернення. Пускай дасть відповідь, як можна за нього голосувати. Він недостойний такий чоловік. Понимаете? Він вже тут скільки наработав, так що хай освободить новому придворному, дасть це саме позицію. Я думаю, це буде теперішній мер Лях. Вроде бы как что-то делает, а остальные пока мне только говорят. Я ни одному, ни второму не доверяю. Пускай будет Лях, это из лучших. Мы вроде бы его уже знаем, а остальные я не знаю. Пока за Ляха. За Придворова. А потому что Лях мне не нравится. Я не вижу, чтобы было что-то хорошее такое сделанное. Что курорт сделал, он мне не нужен, я на курорт не езжу.